О, спорт, ты жизнь, поет нам вольный ветер. Спорт — сила духа, совершенство тела. Спорт без границ, и нет ему предела. Спасибо! Готово! Геннадичу, двукратному чемпиону мира, чемпиону Европы, трехкратному чемпиону России по тэквондо ГТФ. Бронзовому призеру игр доброй воли, чемпиону мира среди военнослужащих, чемпиону СССР. Члену сборной команды Северо-Западного федерального округа России, трехчемпиону международного турнира по вольной борьбе. Кингисеппское городское поселение, рождественскую Ванду Чеславовну. Уважаемые кингисеппцы, сегодня действительно большой праздник для нашего города. День физкультурника. Посмотрите, сколько прекрасно ваших детей занимается спортом. Спасибо, дорогие родители, что вы не тратите свои силы, деньги для того, чтобы занимались ваши дети любым видом спорта, потому что их занятия в спорте отвлекают от других ненужных дел. Это помогает укрепить здоровье, это помогает действительно добиться больших успехов. Благодаря вам, вашим детям, действительно достижения кингисеппских спортсменов известны не только в России, но и в других странах мира. Добрый день, уважаемые земляки. Действительно, сегодня день физкультуры и спорта, а это наш Кингисепп, потому что в Кингисеппе спорт и физкультуру очень любят. Вы знаете, я с детства помню, как мы сдавали нормы ГТО, как мы занимались спортом, и, наверное, это стало приоритетом для всей жизни, ну, например, нашего поколения.
Конечно, был небольшой упадок, но я с удовольствием могу сказать, что сегодня возобновляется норма ГТО. Сегодня активный образ жизни и занятия спортом становятся приоритетными, можно сказать, модными. Уже, наверное, от мала до велика, вот почему до велика говорю, потому что в Кингисеппе уже ассоциация такая образовалась скандинавской ходьбы, где люди старшего возраста, несмотря на трудности со здоровьем, тоже занимаются активным образом жизни и спортом, и физкультурой. Россия сильная, Россия лучшая, потому что когда нам становится трудно, мы объединяемся и побеждаем. Вот в этом вся наша сила, вот в этом весь наш приоритет. Поэтому я хочу всем нам пожелать активно заниматься спортом, быть сильными, здоровыми. И поздравляю, хочу огромную благодарность выразить всем тем, кто привносит физкультуру и спорт в массы. Вот те люди, которые здесь за сценой стоят, они очень волнуются. Всех председателей или руководителей наших федераций, всех общественников, всех энтузиастов, кто посвящает, кроме основных жизненных занятий, еще свою жизнь спорту. Владимирович, руководитель проекта по отделам маркетинговых коммуникаций филиала Петровский банка «Открытие». Смирнова Ирина Дмитриевна, управляющий операционным офисом Кингисеппский филиала Петровский банк «Открытие». Алексей Ионов, команда ЦСКА. Иван Шпаков, команда «Факел». Васильев, руководитель проектов отдела маркетинговых коммуникаций банка «Открытие». Смирнова Ирина, управляющая операционным офисом. Награждается Бабарыков Геннадий Николаевич, кандидат мастера спорта, тренер, судья всероссийской категории по тэквондо. Константинов Сергей Геннадьевич, здравствуйте, уважаемые спортсмены, уважаемые гости праздника. Поздравляю всех с Днем физкультурника. Это день тех, кто живет и увлекается спортом, физической культурой. Очень приятно, что за последнее время в нашем районе появляются новые спортивные объекты, спортивные площадки. Появилась ледовая арена, строится ФОК Вистина, строится плавательный бассейн в Ивангороде. И мы в ближайшее время, конечно же, все с вами ждем плавательный бассейн в городе Кингисеппе. Все вы радуете нас победами. Хочется поздравить вас и пожелать вам здоровья, побед и не останавливаться на достигнутом. Спасибо. Физкультурная общественность, родители, гости нашего мероприятия. Сегодня лишь малая часть сегодня поднялась на сцену для того, чтобы получить благодарственные письма, замечательные подарки за то, что вы прославляете наш район, наш город, нашу страну. Я хочу сегодня пожелать вам крепкого здоровья, ярких побед, и чтобы как можно чаще в честь ваших побед играл гимн нашей великой страны. С праздником! С Днем физкультурника! Ура! Спонсоры мероприятия. Добрый день, дорогие друзья! От имени банка «Открытие» рад вас приветствовать в этом замечательном парке «Романовка» на Дне физкультурника города Кингисепп. Очень символично, что сегодняшний праздник у нас проходит в Дни Олимпиады. Предлагаю всем дружно сказать, что говорят в таких случаях. Физкульт! Привет! Спасибо! Банк «Открытие», спасибо вам большое! Ура! Делаем все зарядку вместе, дружно! Хотим быть здоровыми! Ну-ка, повторяем!
Каждому, кто делает зарядку, будет выдан приз активный. Выбираем самого активного. Yeah.